что мы оба красивые, оба модные. Знаете, в 22-м году сконцентрироваться на саморазвитии. В 22-м году будем киллеров нанимать друг против друга. Акцент внимания переносит на проблемы, которые постоянно тонем. То есть ты в следующем году перестанешь быть нытиком? Естественно. Оставляем всю депрессию эту перманентную мою в 21-м и идем с перманентной улыбкой в 22-м. Ой, Аленка!